Почти 200 дворов и общественных пространств благоустроили в Новосибирской области в этом году. Сегодня подвели итоги работы в рамках федерального проекта «Городская среда». Большой вклад внесли студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Могут и учиться, и по своей профессии зарабатывать и для университета, и для себя. Это очень здорово. Это прививает любовь, ну, во-первых, к малой родине, к своей. Им хочется расти, им хочется что-то сделать, оставить след. Федеральный проект «Городская среда» реализуется с 2017 года. В его рамках преобразованы сотни объектов, дворы, которые превращены в мини-скверы, Михайловская набережная и монумент славы в Новосибирске, парк в Тогучине. На благоустройство поступают федеральные деньги. Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств оценивают обстановку на объектах, разрабатывают проекты. Сотни придомовых территорий благоустроены, десятки общественных пространств сделаны. Особенно радует то, что это не только крупный мегаполис Новосибирска, это и небольшие муниципальные образования, районные поселки. И действительно мы слышим, и к нам обращаются жители с словами благодарности.